Протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади республики в Ереване продолжались всю ночь. Протестующие требовали отставки Пашиняна. Перед митингом граждане организовали акции непоминовения на ряде столичных улиц, перекрыв их. Полиция применила силу к протестующим. Сообщается, что арестовано более 50 участников акции. Премьер-министр Армении, в свою очередь, заявил, что власти будут жестко действовать против протестующих на улицах Еревана. По его словам, некоторые силы хотят пролить кровь в городе.